Всем привет, ребят. Ну что, открылось у нас испытание смотрителя на английском сервере. На русском я вам не показывал его, потому что там нету рун. А здесь я покажу, решил показать вам новый состав. В общем, что известно, Коси там наносит дамага 80% от максимальной жизни двум рандомных героям. Не может получить больше 60 тысяч, имеет иммунитет к молчанию, стану, страху и забору энергии. То есть можно его замедлять в принципе. Сам это такое. И самое основное, он еще дополнительно имеет отражалку. То есть вот это самое основное, она включается. Вы ничего не сделаете. То есть тут надо героев с ограничением к отражалке. Соответственно, у нас здесь сегодня зайдет новый талантик. Мы его и потестим. Так, возьмем вот этот вот состав. Крона и рогатку попробую. Или финку попробую. Но хотя она себя может задпсить своим уроном, надо ей все-таки отхил будет получше. Поэтому пока не буду брать ее. Поехали по настраиваем героев. Так, Гаргул. Вот отлично, у меня есть даже с утеканием. Так, утекание. И поставим сюда, давайте, семерку. Так, по питомцу. Панчбокс. Все отлично. Гаргул у нас собран. Дальше. Рея. Рея, в принципе, она и так будет ограничение получать. И можно просто ставить там, допустим, талант и утикаху. Как вариант. Так, мы фрейку для отхила поставим. Ангела. Так, два собрано. Бигфут. Делаем вот так вот. Думаю, нам должно этого хватить. Ну, в принципе, Бигфут и так сливался очень-таки часто. Так, хорошо, есть. Раз, два, три. ПБшка. Четыре. Возможно, надо будет все-таки утекание еще ставить рунами. Сейчас пока пробный заходик будет у нас. Так, 4 и на хрона. Дальше. Рогатка. Рудольфа. И кто там у нас еще? Гаргул. Так, смотрим. Гаргул раз, Бигфут два, Рея три, Башка четыре, Он пять, Рогатка шесть. Вроде все. Так, окей, поехали. Mm-hmm.
Вот. Как видите, здесь ограничения работают довольно-таки хорошо. Розалинда. Вот так вот. Получили мы ее, в принципе, с первого. Возможно, тут надо будет еще пробовать все-таки талантики фракционные, чтобы больше набивать урона, но пока тестируем именно руны. Они, как видите, работают отлично. Соответственно, опять же, вопрос, добавили его, но он опять против, получается, против... Видите, надо все-таки утекание пробовать. Опять донат, потому что без доната нету этих рун на отражение. Вот так вот, второго мы пришли. Поехали дальше. Третий. Вот, в принципе, и все. То есть надо доставать хотя бы минимальные руны четвертые, если будут в продаже, там у кого есть возможность. Но без доната, конечно же, этой возможности не будет. Это печально. То есть, как видите, без проблем этот фармится с рунами, и ничего тут особо выдумывать даже не надо. Так вот. Так, поехали, следующий. Магия здесь вот эта, которая за самоцветы не нужна, по сути, потому что она не актуальна. Да, тут, конечно, кстати, Афина может зайти для разгона, но опять же для нее надо дофига откила, она, скорее всего, сольется из-за своего скилла. Ну, посмотрим, насколько нас хватит. В любом случае нужен Бигфут, потому что он замораживает. Рогатка, в принципе, тоже, по идее, конечно, не видно, накидывает окаменение. Ну и Гаргул, чтобы для был хил. Ну и Фрей, соответственно, для дамага. Хрон для ускорения, как видите, он у меня героям дает возможность больше раз ударить. Так, ну видно, что я не успеваю уже. Уже не успеваю. Нормально набивать. Ну ничего, будем брать, значит, платную попытку. То есть вот вам вся тактика уже раскрыта на данного босса. Ничего тут выдумывать не надо. Возможно, еще там некоторые чары добавить там и прочее. Но это уже нюансы. Оно того, честно говоря, не стоит. Как видите, все-таки падает, но очень редко падает Розалинда отсюда. То есть раз в неделю в этом соберете 4-5 осколков, 4-6 там по 2 осколка падает всего.
Так, видите, чуть-чуть не хватает, но над этим надо будет поработать. Постараюсь завтра улучшить результат. Подобавлять на героев какие-то новые темки, чтобы больше набить. Ну, в принципе, оно того не стоит. Ух ты, рогатка. Видите, два раза по рогатке ультанул, и все, минус рогатка сразу же. Вот, смотрите, сразу же минусунул рогатку. Немножко не так выкинул, и все. Мне кажется, тут желательно, наверное, будет героев даже с оживой поставить, на всякий случай, чтобы не сливались, не париться. Ну вот как-то так, то есть вся тактика. Сейчас посмотрим, сколько мы максимум набьем. Думаю, в любом случае больше, чем на китайке. Ну, надо будет тестировать еще и финку пробовать. Так как она дополнительно урон неплохой наносит, но опять же она за счет своего скилла, скорее всего, сольется на такой даже отражалке. Может, и героев Сузе надо пробовать. Уже вроде неплохо, смотрю, стоит хром. По идее, завтра должен буду затащить этого. Перейти на следующего. За две попытки. Так, окей, смотрим, что у нас получилось. 4218, вот так вот. В принципе, неплохо. Я думаю, у многих будет такой результат тут. Возможно, кто-то и дальше зайдет. То есть, вот такой вот, такая вот тактика. Не знаю, не удивляют они. Ну, хотя бы вот есть применение для новых рун, либо таланта. Вот так вот. Так. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.